Привет, ребята! Меня зовут Татьяна. Я из города Чебоксары. Сейчас я живу во Флориде, в городе Тайтусвилл. И хочу сказать, что я живу здесь уже 8 лет. Я здесь веду свой швейный бизнес. Я счастлива. Я замужем за американцем. И моя жизнь сейчас очень изменилась по сравнению с тем, что было раньше. Я думаю, что этот канал интересен тем, кто открыт новому, открыт знаниям, открыт новым впечатлениям. И буду рассказывать о своей жизни. Я делаю много коротких видео, а с длинными видео пока у меня не так идет дело, но я стараюсь. Очень много у меня работы, много очень заказов, здесь очень мало швей в Америке. Поэтому у меня очень много работы здесь, поэтому я делаю видео тогда, когда у меня есть время. Но я люблю делиться тем, что знаю, тем, что умею, и я люблю делиться положительным. Я вообще смотрю на мир положительно, потому что это создает мою... Это таким образом я создаю сама свою жизнь. Позитивно и активно. Активно я люблю делать многие вещи, которые помогают мне продвигаться, идти вперед, не сдаваться ни перед чем и идти к своей цели, идти к своему счастью, к своей радости. Делать это легко, с удовольствием, с вдохновением. Буду очень рада, если вы будете смотреть меня, будете комментировать, подписываться. Буду рада встретить вас на моем YouTube-канале. Так что вперед! Я, наверное, сегодня закончу. Это не так много, но... Есть еще очень много тем, которые я буду рассказывать. Пока.